Красотуля, а? Опарыш или мотыль? Это просто фантастика. Еще вечерняя такая рыбалка. Ну. Ай-яй-яй. Рыбинка абсолютно непредсказуемый водоем. Ты можешь ловить, ну, окуня, и тут же у тебя может там, на 10 килограмм клюнуть щука, которая там, ну, нужно быть готовым ко всему. Там жерех тоже самое, здесь прекрасный. Ну, там, бои великолепные летом бывают, да. И то же самое зимой. Ты можешь сидеть целый день, ничего, и тут же этот удар, от которого все начинает трястись. И вот это вот, видимо, ради чего мы сюда все приезжаем. Да, я думаю, что не только на рыбинку, на все водоемы, на все наши, и нашей страны, и не только нашей страны. Это вот рыбацкая, охотничья вот эта страсть, она вот это все нас и толкает. Потому что я уже говорил, что как, сколько лишений, сколько там, даже не в затратах дела, мы все переносим. И думаешь, ну ради чего это можно все это бросить, там какие-то дела, семью, там уехать. А, видимо, ради только вот этих моментов, таких ярких, которые, они даже не снаружи, они изнутри идут у человека. Ну, по крайней мере, это у меня.